16 февраля 2022 год. Харьков, 3.57. По Киеву, Харьков. Это у нас полнолуние. Дубль второй. Сделаю его покороче, чем первый. Постараюсь, по крайней мере, если опять не влюблюсь. Опять же говорю, вижу линию терминатора, то есть до идеального полнолуния. Еще несколько часов, но с юга уже сплошная белая пелена облаков. И у нас точно нету этих дополнительных нескольких часов. Целых трое суток у нас была хорошая погода. За что матушке природе спасибо. Вот самый, наверное, на сегодня примечательный кратер. На линии терминатора с очевидно обозначенным эпицентром взрыва в месте прилета астероида, создавшего этот кратер. Очень тепло, безветренно и желать практически нечего. Жаль только, из-за надвигающихся облаков не получится снять ни элонгацию Меркурия, ни МКС на фоне в 20 угловых минутах от Марса. О, кратер Платон у нас решил посниматься. Идеально круглый красавец. ИСО 125, выдержка 1250. Ну, уже даже сейчас видно наличие дымки. Так. Вон кратер Аристарх. И кратер Тихо Брагет. Ну, то есть, кратер Тихо. Так. Вот сейчас он к нам, кратер Тихо, и пожалует в кадр. Вот он. По-моему, он 80 километров в диаметре. Хорошо. Ой-ой-ой, ну какие уже тут облачка. У нас буквально минуты остаются, чтобы это все от нас было скрыто. Ну, частично облачность уже. Ясности изображения мешает. Четкости изображения мешает. Да.
очевидно, уже дымка появляется в кадре. Как через пелену смотришь на кратеры, и резкость тут искать уже бесполезно, знаю по опыту. Хорошо, значит, на этом и закончим. Порадуемся тому, что вовремя вышел. На полчаса позже даже первый дубль мозга был уже невнятный. А так у нас только второй. Ой-ой-ой, да, вообще просто сплошная пелена облаков. Все надо делать вовремя. Хорошо, 4:02 по Киеву, Харькова. Зачем же так портить последний кадр? Надо же, как тепло даже без перчаток. Хорошо, вот так. Буду, наверное, третий дубль снимать до последнего, пока не скроется все за облаками. Уже очень красиво. 4:03 по Киеву, Харькове. 4:04. 404. 16 февраля 2022 год, Харьков.